Во второй половине XV века в Испании начинают появляться ростки ренессансной культуры. Контроль со стороны особенно влиятельной здесь церкви сдерживал развитие светского начала в искусстве. Готика неохотно уступала свои позиции. Несмотря на объединение страны в результате брака католических королей Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского в 1479 году и завершение в 1492 году реконкисты, борьбы местного христианского населения за отвоевание своих земель у мусульманских завоевателей, длившейся почти 8 веков, различные области Испании, отделенные друг от друга горными хребтами, сохраняли свои местные художественные особенности. Восточные области Испании – Валенсия, Каталония, Арагон – обычно ориентировались на итальянское искусство. В картинах этих школ святые, как правило, значительны и величественны, как в эрмитажной картине неизвестного мастера «Святой Себастьян» и «Святой Фабиан». Святой Фабиан, согласно легенде, был папой римским, казненным в III веке императором Децием. Его голова увенчана тиарой. Святой Себастьян, по испанской традиции, изображен в виде средневекового лучника. Соединение в одном произведении духовного лица и воина, главных персонажей реконкисты, воспринималось современниками как утверждение победы над неверными. Кастилии ближе искусство северных школ, во многом благодаря личным склонностям королевы Изабеллы. Кастильская школа любит повествовательные сюжеты. Здесь нередки архитектурные и пейзажные фоны, как в работе неизвестного мастера «Положение во гроб». Средневековые иерархические каноны еще строго соблюдаются. Тело Христа непомерно велико в сравнении с остальными фигурами, а донатор, заказчик, совсем маленький. Символичны цветы и детали пейзажа, в котором вместо изображения Иерусалима показан собор испанского города Саморы. В Испании хранится повторение этой картины. Фамильный герб тот же, но заказчик – женщина. Религиозная живопись Испании XV-XVI веков предназначалась в основном для ретаблос – алтарных образов собора. Эрмитажная картина «Положение во гроб» тоже входила в состав ретабло. Но, возможно, потребовалось включить ее уже в существовавшую композицию, для чего пришлось вырезать часть доски, на которой картина была исполнена. Святой Фабиан, согласно легенде, был папой римским, казненным в III веке императором Децием. Его голова увенчана тиарой. Святой Себастьян по испанской традиции изображен в виде средневекового лучника. Соединение в одном произведении духовного лица и воина, главных персонажей реконкисты, воспринималось современниками как утверждение победы над неверными. Средневековые иерархические каноны еще строго соблюдаются. Тело Христа непомерно велико в сравнении с остальными фигурами, а донатор, заказчик, совсем маленький.
символичны цветы и детали пейзажа, в котором вместо изображения Иерусалима показан собор испанского города Саморы. Мужские лица выразительно конкретны, но передача горя в мимике и жестах женских фигур условна. В Испании хранится повторение этой картины. Фамильный герб тот же, но заказчик – женщина. Искусство «Эль Греко» выразило мятежный дух эпохи. Картина «Апостолы Петр и Павел» предшествует, а по сути дела начинает, знаменитой серии полотен «Эль Греко», известные как «Апостоладос», изображение Христа и 12 апостолов. Сюжет картины восходит к тексту Нового Завета, где в послании к Галатам говорится о конфликте между Петром и Павлом, имевшем место в Антиохии. Художник делает главным героем картины решительного и целеустремленного апостола Павла, тогда как ортодоксальная церковь всегда подчеркивала приоритет апостола Петра. В удлиненных пропорциях, насыщенном колорите, нервном мерцании света выразилась характерная для творчества Эль Греко эмоциональная напряженность. В чертах лица Павла исследователи видят автопортрет Эль Греко. Уроженец острова Крит, грек Доминикос Теотокопулус, прозванный Эль Греко, стал одним из самых испанских художников. Золотые страницы испанской школы живописи открывает Хосе де Рибера. Родом из Валенсии, он провел почти всю жизнь сначала в Риме, потом в Неаполе, который входил тогда во владение Испании. Рибера занимал должность придворного живописца вице-королей Неаполя, но его искусство не стало придворным по духу. Он писал с натуры бедняков Неаполя или окрестных селений, и они превращались в его картинах в христианских мучеников, философов, святых. В картине «Святой Иероним, внимающий звуку трубы» даже сцена видения представлена по-земному. Все не прикрашено. Изможденное тело старца-отшельника и усердно трубящий ангел, голова льва у ног святого Иеронима напоминает о его доброте. Согласно легенде, он вынул занозу из лапы льва. В работе святой Ануфрий живопись и теплый колорит уступают место серебристой тональности. Высокая духовность образа торжествует над немощной плотью. Согласно легенде, святой Ануфрий отказался от королевской власти и 60 лет провел в одиночестве, поселившись в пещере. Святой Себастьян и Ирина – одна из самых гармоничных ранних работ Риберы. Ирина и ее служанка пришли ночью тайком, чтобы похоронить казненного Себастьяна. Но оказалось, что жизнь еще теплится в хрупком юношеском теле, и они спасли Себастьяна своими заботами. Прославление красоты обнаженного тела в католической Испании порицалось, и античные мифологические сюжеты не были распространены. Но картины Риберы приобщали испанскую живопись к этой итальянской традиции. Его работы хорошо знали в Испании и гордились
Риберой как первым национальным художником, получившим признание за пределами своей страны. Севилья подарила миру гениального художника 17-го столетия Диего Веласкеса. Он был ровесником Сурбарана, всего лишь на год его моложе, и в юные годы наверняка встречался с ним в мастерской своего севильского учителя Франциско Пачеко. В жанровых сценах типа «Эрмитажного завтрака» фигурируют персонажи простонародной Севильи. В Испании такие картины называли бодегонами, от слова «бодега», то есть «таверна», «кабачок». Персонажам картины Веласкеса ничто не мешает выразить свое хорошее настроение. За столом обычной таверны они сохраняют чувство собственного достоинства. Лица явно портретны. Юноша справа, возможно, автопортрет художника. Веласкес не избежал увлечения искусством Караваджо. В картине преобладает коричневая тональность. Еще жестко очерчены контуры, тщательно выписаны бытовые детали. Выбор предметов – хлеб, вино, плод граната, рыба – наводят на мысль о символике причастия. В работе есть атмосфера торжественности, которая заставляет видеть в ней нечто большее, чем просто бытописание. Портрет Оливареса написан уже после переезда Веласкеса в Мадрид. Звание придворного художника короля Филиппа IV обязывает его вновь и вновь писать портреты монарха, его семьи и, конечно же, королевского фаворита, всесильного графа-герцога Оливареса. Сложная суть натуры фаворита проступает сквозь маску холодной непроницаемости. Это еще могучий, но уже развенчанный герой. Эрмитажный портрет писался в те годы, когда пагубная политика Оливареса поставила его на грань опалы. Сдержанность колорита обманчива. При ближайшем рассмотрении живопись Веласкеса обнаруживает тончайшие оттенки. Во второй половине 17 века новая звезда испанской живописи всходит опять в Севильи. Это Бартоломе Эстебан Мурильо, последний из мастеров Золотого века. Картина «Мальчик с собакой» продолжает традиции жанровой живописи Испании. Только у Мурильо детский образ лиричнее, чем у его предшественников. Подкупает и занимательность повествования. Корзина пуста, нечем поделиться с уличной собачонкой. Без сомнения, мальчуган беден, но его широкая улыбка жизнерадостна, и он не ищет к себе жалости. Он дитя Севильи, испанец. «Благословение Иакова Исааком» – одна из самых примечательных работ Мурильо. Она принадлежит к циклу картин из жизни Иакова. Две из них хранятся в Эрмитаже. В виде жанровой сцены представлен ветхозаветный сюжет. С помощью своей матери Ревекки младший сын Иаков обманывает слепого отца, чтобы вместо старшего брата получить отцовское благословение. В работе удивителен пейзаж. Он объединяет все, и дальние холмы, и дом Исаака на первом плане. И он же определяет эмоциональный строй картины. Образ Девы Марии стал одним из центральных в творчестве Мурильо. Богоматерь была объявлена покровительницей Испании, считалась воплощением доброты. К сюжету непорочного зачатия художник обращался неоднократно. Наиболее знаменитые изображения Богоматери относятся к последнему периоду творчества Мурильо. В них он прославил красоту андалузских женщин,
Утонченность живописной техники позволила назвать этот период его искусства воздушным, вапороссо. В Эрмитажном полотне Мария вся устремлена к льющемуся на нее ослепительному небесному свету. Маэстро придерживается утвердившегося правила. Богоматерь непорочного зачатия должна быть изображена юной, в расцвете ее возраста от 12 до 13 лет. Персонажи картины Веласкеса далеки от испанского двора. Им ничто не мешает выразить свое хорошее настроение. За столом обычной таверны, бодеги, они сохраняют чувство собственного достоинства. Лица явно портретны. Юноша справа, возможно, автопортрет художника. Сложная суть натуры всесильного фаворита короля Филиппа IV проступает сквозь маску холодной непроницаемости, которой вторит сдержанный колорит портрета. Черный цвет стал общепринятым при дворе. В интересах благосостояния страны были изгнаны дорогие ткани, и место пышных воротников заняли маленькие. Есть что-то завораживающее в невозмутимом спокойствии Каталины Микаэлы, в сдержанности ее жеста. Завораживает и филигранный рисунок кружева воротника, и чеканная красота золотого шитья, изысканно оттеняющего темный цвет одеяния. Поза и жест Дона Диего как бы скованы великолепным доспехом. Портрет призван подчеркнуть высокий социальный статус изображенного, но передача черт лица бескомпромиссно правдива. Лицо старика за фигурой Богоматери напоминает лица персонажей Эль Греко. Введение в картину земной и небесной сфер также вторит его полотнам. Но как большинство представителей молодого поколения, Маино склоняется к реалистической трактовке сюжета. Символами страданий Христа избраны привычные в хозяйстве простых испанцев веретено и прялка, которой придана форма креста. Образ Богоматери трагичен и выражает горькие раздумья самого художника.
корзина пуста. Нечем поделиться с уличной собачонкой. Без сомнения, мальчуган беден, но его широкая улыбка жизнерадостна, и он не ищет к себе жалости. Он дитя Севильи, испанец. «Благословение Иакова Исааком» – одна из самых значительных работ Мурильо 60-х годов XV века. В духе традиций испанской школы ветхозаветный сюжет представлен в виде жанровой сцены. За миску похлебки Иаков купил право первородства у своего старшего брата Исава. С помощью своей матери Ревекки Иаков обманывает своего слепого отца, чтобы вместо Исава получить отцовское благословение. Мастерски написанный пейзаж добавляет в картину тревожную ноту. Наиболее знаменитые миловидные изображения Богоматери относятся к последнему периоду творчества Мурильо. В них он прославил красоту андалузских женщин. Утонченность живописной техники позволила назвать этот период его искусства воздушным, вапорозо. В испанских натюрмортах обыденные предметы спокойно величественны. Они размещены так, чтобы каждый предмет был хорошо виден, и мы могли бы полюбоваться их специфически испанскими формами, их жизнерадостной росписью. Опирающееся на народные традиции реалистическое искусство Испании XVII века даже сцену видения представляет по-земному. Все не прикрашено. Изможденное тело старца-отшельника и усердно трубящий ангел. Голова льва у ног напоминает о его доброте. Согласно легенде, он вынул занозу из лапы льва. Ирина и ее служанка пришли ночью тайком, чтобы похоронить казненного Себастьяна, христианского мученика, расстрелянного римскими легионерами. Но оказалось, что жизнь еще теплится в хрупком юношеском теле, и они спасли Себастьяна своими заботами. Это одна из самых поэтичных картин Риберы. По преданию, святой Лаврентий, первый диакон Римской церкви, был сожжен на раскаленной решетке. Сурбаран создает не только героизированный образ христианского мученика.
его святой Лаврентий – памятник человеческой стойкости и мужества. Изображения детей у Сурбарана всегда полны душевной теплоты. Они лиричны, но без малейшей доли сентиментальности. Маленькая Мария в картине Сурбарана – просто испанская девочка, молящаяся с трогательной серьезностью. Типично испанский узор каймы платья делает образ очень земным, что не мешает его значительности. Искусство «Эль Греко» выразило мятежный дух эпохи. Художник делает главным героем картины решительного и целеустремленного апостола Павла, тогда как ортодоксальная церковь всегда подчеркивала приоритет апостола Петра. В чертах лица Павла исследователи видят автопортрет «Эль Греко». В удлиненных пропорциях, насыщенном колорите, нервном мерцании света выразилась характерная для творчества Эль Греко эмоциональная напряженность. Творчество Гои стоит на грани искусства XVIII и XIX веков. Оригинальность и смелость таланта позволяют причислить его к величайшим мастерам мирового искусства. У меня три учителя – жизнь, Веласкес и Рембрандт. Эти слова художника вполне применимы к портрету актрисы Антонии Сароты. К урокам своих учителей Гойя добавил трепетность и страстность чувств. Портрет сохранил нам имя и облик актрисы. Холодный свет подчеркивает бледность прекрасного лица. Ее красота хрупка. Наверное, и душа ее была легко ранена. А сколько скрытого огня и печали в огромных, темных ее глазах. Это уже в полную меру романтический портрет настроения. Такие вазы и чаши с волнистыми краями изготавливали в Кастилии в XVII и XVIII веках. Причудливая форма испанских сосудов такого типа сложилась в XVII веке. Тулово бывает разных форм – шаровидное, овальное и другое, но всегда должны быть два вертикальных носика – один для наливания воды, другой для питья.
Подобные многоручные вазы очень характерны для Андалусии, юга Испании. Их причудливая форма навеяна искусством средневекового Востока. Гойя однажды сказал: «У меня три учителя – жизнь, Веласкес и Рембрандт». Эти слова вполне применимы к портрету актрисы Антонии Сароте. К урокам своих учителей Гойя добавил трепетность и страстность чувства – знак грядущего романтизма.